Ну и сегодня ночью приехавшим в Рио болельщикам предложили принять участие в грандиозном карнавале. На улице города вышли лучшие представители разных школ самбо. Со стороны танцоров и музыкантов это был своеобразный подарок гостям Олимпиады. Ведь обычно карнавал проходит в Бразилии в феврале. Но ради такого события здесь решили сделать исключение. Конечно, исполнителей самбо этой ночью было гораздо меньше, чем на зимнем карнавале. Но поэтому, чтобы создать атмосферу массового праздника, организаторы решили пригласить и простых горожан, которые тоже танцевали и подавали пример туристам. Карнавал – это прежде всего веселье, которое невозможно без участия публики. Поэтому сегодня ночью мы позвали сюда не только лучших исполнителей самбо, но и жителей Рио-де-Жанейро, чтобы показать гостям города, как нужно веселиться.